Здравствуйте, дорогие подписчики моего YouTube-канала, с вами Константин. Сегодня у нас будет второй выпуск по игре Soul Walker. Это онлайн-игра, которая, что мне очень нравится, бесплатная в Steam. Потому что многие задают вопросы, я сразу это скажу, платная или бесплатная игра, она бесплатная. Ну, если быть точнее, она условно бесплатная, потому что там есть определенный платный контент. И все зависит от того, насколько этот контент нам необходим. То есть, если там будут какие-то лутбоксы, без которых мы не сможем нормально играть или чувствовать себя какими-то ущербами, то эта игра, соответственно, тут же становится провальной. Потому что такое никому не нужно. Уж лучше один раз немножко заплатить за игру, но потом не беспокоиться. А если игра бесплатная и можно ее пройти и насладиться геймплеем и онлайном, не вкладывая какие-то деньги, игра вообще становится просто отличной. Я считаю, в таких случаях я, как правило, вообще становлюсь куда более менее привередливый к игре. И советую, что для всех любителей аниме, да почему бы и нет. Ну, по крайней мере, пока что. Я все тот же персонаж, единственное, что чуть больше приоделся. Наконец-то у меня не драные колготки, юбка и прочее. А наконец-то все хотя бы более-менее целое, миленькое. И вот новый вот такой вот у меня меч. Я там еще просто немножко походил, буквально, может быть, около часика в игре. В основном облазил что к чему, получил кучу всяких бафов в инвентарь. Кучу различных материалов, ничего пока не крафтил, и сегодня я просто хочу залезть на уровень сложнее. Потому что первые локации, которые нам в данный момент доступны, они, которые мы проходили, это было все на легком. Но на харде я один раз залез, и в принципе вполне себе ничего так оказалось. Так, а зачем я сюда поперся? А, я пошел к банку, вот, вспомнил. У меня же была какая-то конкретно цель. Не исключено, кстати, если сейчас игра... Ну, скажем так, не сильно разочарует, и вообще, можно будет хоть немножечко в нее поиграть, при том, что, повторюсь еще раз, она бесплатная. Я, может быть, потом составлю какой-нибудь график на Твиче и поиграю с кем-нибудь из вас без проблем в онлайне. Я не знаю, сразу повторяю, насколько требовательна игра, потому что вы мне очень часто любите задавать такие вопросы. У меня вот такой-то компьютер, пойдет ли данная игра? Да я понять не имею, потому что... Я как-то не запускал игру на каких-то разных компьютерах. Я вообще, у меня нет такой привычки, когда я пробую какую-то игру, запустить ее там на слабом компьютере, на посильнее и на мощном. Я просто ее завожу, скажем так, и играю. Поэтому это уж, пожалуйста, попробуйте сами, особенно с учетом того, что игра бесплатная. Я получил тут определенные бонусы, вон какой-то на 3% увеличенный шанс увеличить дамаг на 4% на 3 секунды. Здесь вот какое-то увеличение крита и лечения. И вот еще один бонус. Это у нас что-то здесь было секунду. На 2% у меня больше защиты. Кстати, у меня вот есть на 1 час, по-моему, бонус. Нет. Да, на 1 час бонус есть. Увеличенные экспа на 10%. Я думаю, в принципе, сейчас можно ее запустить перед тем, как мы пойдем. Чуть-чуть расширил инвентарь с бесплатные купоны. Они у меня тут были. Вот еще какая-то есть, я не знаю, что это такое, тоже какой-то бонус. Я, короче, так, пооткрывал пока что все, что было. Ну, погнали. Я не знаю, будет ли сейчас кто-нибудь еще с нами играть, я просто хочу сейчас залезть на хард. Кстати, у меня там какие-то новинки в скиллах есть, давайте посмотрим. Что-то здесь можно еще обновить. А, вот. А, базовую атаку. Да, давай. Лично. Базовая атака теперь у меня стала посерьезнее. Ну, вот теперь как бы все. Ну, вот честно, игра, я не скажу, что вообще как бы что-то сильное из себя представляет. Выглядит так неплохо, анимешно, но говорю, пока она бесплатная и не требует денег, я к ней придираться не буду. Как говорится, кто хочет поиграть, кто нет, и не надо. Так, я, кстати, прогресс у меня на сегодня, это ежедневное задание было, у меня он как бы выполнен. Так, вот это я как бы прошел, второй эпизод и третий. Есть у меня здесь вот миссия, давайте второй эпизод посмотрим. В онлайн нам кто-нибудь наберется или в одного сходить? Ну, сейчас немножко подождем. Потому что я как бы давно искал вот что-то такое вот довольно простенькое и чтобы было более доступное. Кстати, напишите, у кого на каком компьютере, мне тоже интересно, данная игра пойдет.
у кого, допустим, на слабом ноутбуке или прочее, потому что, чтобы я тоже ориентировался. Ну, что-то похоже, онлайн особенно не ищется. Так, кстати, ну, в принципе, ладно, давай в одного сходим, да, чё, погнали. Нам все равно нужно пофармить всякую всячину, у меня там вон целая куча квестов набрана. И это, скорее, сейчас будет просто так для спинного мозга. Так, ну, погнальки. Нальки-нальки, мы погнальки. Здесь у нас на харде народ чуть более упитанный. Давай-давай, подыхай. Тут уже главное следить за здоровьем. Ну и, соответственно, уклоняться от атак. Особенно, что касается боссов. Боссы первые, вот эти вот, это вообще какая-то ерунда. Он там, ну, очень легкий, очень-очень. Так, а почему можно туда пойти или туда? А, сюда нельзя, точно вспомнил. Я здесь уже один раз проходил, но говорю, это было на обычной сложности. Ну, давайте, идите сюда. Давай. Давай. В кучку. О! Один кого-то не попался. Смотри, какой лаки у нас. Хорошо. О, миссия выполнена. Что-то насобирали. Ну, пошли дальше. Надо допройти. Так. Там идет какой-то разговор, вы сами почитайте, потому что я тут немножечко занят. Тихо, спокойно, меня тут успели коцнуть. Бронированный паук, у него пометка, где что супер броня. Но все равно его разнесли. Оу. Так, мелкие кучки, идите вон. Тихо. Ты смотри, на него не действует это. Тихо. О, слушай, я что-то про жизни свои совсем забыл. Молодец. Так. Сейчас подлечимся. Лечилки у меня с собой есть. У меня их на самом деле очень много. Здесь нельзя ничего открыть? Да вроде нет. Сейчас еще разочек лечилочку применим, потому что... Стоит чуть отвлечься, и урон начинаешь получать прям так нормально. Кстати сказать, блин, я же забыл этот чертов активировать-то. Да. Все, он активировался? Использовать? Да. Ну? Не вижу бонуса. А, здесь нельзя, надо было заранее. Ну ладно, молодец, как обычно. Вовремя вспомнил. Так, ладно, погнали. Нам будет сегодня обязательно какой-нибудь онлайн что-то найти, посмотреть. Тут что-то никого. Ну ладно, там тоже никого. Хоть бы сделали, чтобы там стулья, столы тоже разлетались, а то... А, не, смотри, бонус вроде сыгрался, вон там что-то появился на час какой-то. Так, хорошо, о, бронированный паучок. Так, тихо. Нормально. О! Спокойно. О, глушануло его, как смотри. Брейк. Вот тебе и брейк. Получил. О, еще чешу. Отлично. Есть режим истерии. Усиленный режим. У нас там и броня выше, и урон выше. И, короче, мы круче просто со всех сторон становимся. И, наконец-то, хоть в штанах, хоть трусами не светить. О. Так, спокойно. Так, еще будут? Пока нет. О, босс! Драдар. Ну иди сюда, Драдар. Я его так сразу сделаю. Тихо, спокойно. Уклоняемся. Чё? Уклоняемся. Тут главное почаще уклоняться, и все. Тихо. Уклоняйся. А то он укусит, и это, блин, мало не покажется. Подлечимся на всякий случай. Уклоняемся.
Ну-ка. О! Да ладно тебе! Эй, что такое было? Я так полагаю, это был пинг сейчас. Это не дело. Вот это мне начинает не нравиться. Я не люблю, когда пинговые. Так, а чё уклонение не работает? Да, оно сработало, но позднее. О, респаун. У меня каких-то есть 12 камней. Смотри-ка, можно респаунуться. Слушай, я не знал, что так можно. Ладно. Тихо, спокойно. Давай тогда будем бегать. Но прыгать особенно не будем, мало ли. Не, говори, мне люди писали, что те, кто ранее начинал играть еще на других серверах, там раньше пинговал довольно серьезно, пока у нас в Steam еще игра не была доступна. Потратили какой-то кристалл. Ну да ладно. А ранка сделали. Могли бы. Рандом какой-то предмет, еще что-то повыпало. Не, ну в принципе проходить можно в одного. Ну как бы нормально. Ну по крайней мере здесь. Я сейчас 5 уровня, не знаю, может там 6 сейчас стал. Я как-то не обратил внимания. Может какие-то квесты там вроде бы были выполнены. Сейчас мы сдадим, посмотрим. Я тут пока сейчас по вот этим квестам бегал, набрел на какого-то монстра. Вы слышали, он сейчас со мной даже пообщался. Я так полагаю, мне нужно там по квесту, наверное. Хотя не факт, но... Спокойно. Смотри, какая толпа. Тихо, спокойно. Во. А ну-ка, всем лежать. Хорошо, когда вот такую толпу берешь разом, раз и застанил, и вообще отлично. О, вон там парень. У тебя все нормально? Так, ну давай сейчас возьмем, я уже честно хочу просто дальше продвинуться. Так, вон там что-то валяется, надо обязательно подобрать. Мне нужен еще один бронированный паук, блин, господи, ивы. О, что это все так? И мне нужен сам Кайрон. Бронированный босс Кайрон. Ух ты, посмотри, какая едина. Здорово! Чуть попозже сделаем мега-форму. Тихо, спокойно. А ну-ка давай-ка вот так. Что-то ты как-то быстро очень. Блин, я уже так привык, что на сложности карты они так долго бьются. А этот прям вообще. Я, как говорится, только в раш вошел. Это невозможно. Как один человек может быть настолько силен? Сдохни уже, сдохни. Реально какой-то Джокер, я думал, что за тип там? И исчез. Ну ладно, как скажете. Рандом ящик, все такое. Одного, блин, бронированного паука так и не убил. Нас поприветствовали, говорит, как нового актера в новой истории. Ну ладно. Сейчас квест дадим, кстати, и, возможно, я уже буду 7-й уровень. Как раз тот, который нужен для новых локаций. Я жду, когда онлайн будет. Мне, видать, в прошлый раз повезло. Потому что если что-то сколько... Нет, не будет еще, наверное, 7-го уровня. Давайте хоть посмотрим, что в инвентаре творится у нас. Так, какой-то рандом ящик. Здесь мы один рандом предмет получаем. Без разницы, пусть это будет он. Так, что у нас здесь?
Боже мой, сколько всего. Мать моя женщина. Что такое? Я не знаю сейчас, зачем вот это так, что пусть подождет. Предметов целый ввоз. Надо уже с ними что-то делать. Сколько можно? Давай сейчас квест дадим. О, нормально. Так, и мне дали следующий квест. А, о, вот еще квест дают. Ну, давай, конечно, поговорим. Нужно пройти Кайрона на харде. Он, кстати, раньше не был доступен. И вот еще квест. Ладно. Меня, правда, немножко уже... Я устал от того, чтобы по 500 раз бегать по одним и тем же. Так, все. У меня больше здесь ничего такого нету. Но тут горит еще у Бенджи какой-то обмен. Так, стоп, он где-то здесь. Вот он. Ну. Вот и все. Нет, дальше, да? Ладно, ладно. Если такова часть диалогов, мы просто их сейчас... Я, честно признаюсь, в онлайн-играх вообще настолько не люблю сейчас вот вчитываться вот во все эти диалоги, потому что это столько времени отнимает. Не, когда сидишь сам для себя играешь, это одно. Вот, а когда хочешь делать это на запись, то сидеть вот с этим вот, тем более, что я бы лучше даже словарик бы взял. Так, ну что, о, до меня доступна новая локация. Конечно, мне нужно еще там как бы поковыряться, но мне уже интересно. Сейчас, подожди, я немножко давайте я немножко сейчас разгребусь, а то у меня места свободно вообще нет. Там какое-то новое письмо, тут еще, few info. Новый меч какой-то еще. Новые предметы дали. Сейчас, короче, я с инвентарем разгребусь и пойдем дальше. Так. Ну, пойдем. Новая локация. А есть ли здесь какая-то Тима? Тимы здесь, конечно же, тоже нету. Я вообще как бы... делаю вывод, что... нам вообще тяжело будет найти какой-либо онлайн, пока мы не докачаемся до последних уровней. Потому что народ уже далеко вперед ушел, как бы, а здесь особенно никто... в онлайне не бегает. Смотри, марионетки. Так, ладно, спокойно. Спокойно, кстати, надо было. Ну, эти пока раскидываются не вообще легко. Такой бешеный. Бешеная такая малявка. Так, ну ладно, идем дальше. У нас еще бонус, баф, точнее, 24 минуты будет длиться. Ну чё, кто? Спокойно. Отлично. Так, а это что такое? Какие-то бомбы тут начали летать. Кто раскидался? Вообще просто прям положили большую давку. Так, ладно. Интересно, здесь вообще вот, кстати, интересные какие-то боссы. О, уже босс. Спинный квин какой-то там. Ну, привет. Так, вы. Можно сначала от вас избавиться? Спокойно, спокойно. Оу. Ну ты как-то очень мало урон наносишь. Я не знаю, может, конечно, у меня броня уже получше. Спокойно. На, получи. Тихо, спокойно. Просто прямо его загнездили. Ау. Я смотри. У этого уже атака куда поболее. Ау.
но все равно разлетелся. Даже на супер плюс пошли. Но я так полагаю, тут, наверное, все еще упирается во время. Потому что ты все равно дальше не пройдешь, пока всех не завалишь. Так что, скорее всего, упирается реально во время. Ну, вот такая вот была первая. Ну, что-то пока вот... Я немножко устал под ним. Мне вот сейчас, как бы, по-хорошему нужно выполнить квесты. Нужно пойти на хард и убить того же Кайрона. Там и плюс еще вот паука одного этого забить. Ну, сдадим сейчас вот квест. Я вот сегодня 7 уровень наберу, нет? Там доступен след... О, теперь с тобой со всеми надо поговорить. Ура, 7 уровень! Так, что мне 7 уровень доступно? Во-первых, в инвентарь заходим. Здесь новые ботиночки. Хорошо, как скажете, новые ботиночки одели. Так. А, новые плечи, что ли? Ну, они слабее, чем мои. И, в принципе, и все. И предметы на этом новые кончились. Что-то как-то не густо было. Ну, ладно. Скиллов тоже новых пока что-то нету, да? А, нет, смотри, можно уже потратить вот на апгрейд вот этого шторма. В принципе, я его пользуюсь довольно регулярно. Давайте потратим. Да. Во. Блин, еще теперь с тобой поговорить. Все? Нет, теперь здесь. Зато опыт потихоньку капает. Так. Ура! Доступна вторая миссия. Есть какой-нибудь онлайн? Никакого онлайна нет. Его нет здесь. Так, а тут хард есть, интересно? Да, у меня доступна уже первая миссия, доступна на харде. То есть ты проходишь ее и... Даже вон он. На сложности маньяк тоже есть. Но мы пока до маньякат не пойдем. Мы пока так. Все-таки игры, которые с полноценным открытым миром, как-то мне нравятся больше. Потому что там ты нет-нет, но все-таки пересекаешься с персонажами, с игроками другими. Там друг другу помогаете, не помогаете. А здесь вот как-то я чувствую, что по большей степени придется ведь одному зажигать. Отлично. О, хорошо разнесли. На. Ну давай, выходи, выходи. Честной народ. Так, нам открылось дальше. Я, кстати, в прошлой миссии даже хистерию не использовал. О, наконец-то новые люди. Спокойно. Отлично. Во. Где я? Я за толстяком себя не вижу. Ты смотри, какой это. Напыщенный, да, какой? Но был также порван. Тут мелочь какая-то осталась. Надо потом реально пойти и попробовать что-нибудь себе скрафтить. У меня там уже столько этих материалов, может, на что-то уже досгодится. Ну, давай, иди сюда. Так. Хорошо. Живые есть? Есть еще. Теперь меньше. Толстяк какой-то, смотри, ух. Так, собираем все. Вот с этих вот подарков ничего не падает? Не, ничего не падает.
О, босс. Ну, давай посмотрим, что ты можешь. Так, давай-ка ты лучше сразу посмотришь, что могу я. Тихо. Тихо, смотри, больно дерется. Надо прям уклоняться. Блин, так и помирить недолго. Тихо. О, смотри, взрывает еще что-то. Все, разнесли. Ну, это такое, кстати сказать, разносортные атаки наносит. И все-таки урон прилетал. Несмотря на то, что вроде бы как уклонялся, урон все равно прилетал. Ну ладно, как скажете. Не, ну где онлайн? Как мне до онлайна добраться? Что-то у меня такое чувство, что у меня в инвентаре нет, места еще полно. О, плечи, смотри, какие бомбовские прилетели. А вот с оружием туго. Ну ладно. В принципе-то. Давайте попробуем сейчас какой-нибудь все-таки онлайн хотя бы под конец найти. Потому что если я онлайн не найду, мне вот это вот в одного бегать, их там крушить, тоже как-то не очень улыбается. Мне как раз-то интересно было посмотреть вот именно на пати. Так. Ну, допустим, третье. Автотим. О, у нас наконец-то кто-то есть. Интер. Наконец-то. И смотрите, у нас тут даже все разные персонажи. И та девушка с косой. И Стелла, которая бар. Вообще отлично. А то я правда уже боялся, что мы сегодня до онлайна не доберемся. Неожиданно. Смотри, у нас даже какой-никакой, но потихонечку сюжет тут. О, тут она, смотри, уже разносит их. Куда-нибудь пошли, нам же в другую сторону. О, там что-то валяется, подожди. Во, вот теперь нормально. Ну ладно, хоть посмотрим, как они сражаются. Хотя тут реально уже немножко не поймешь, что происходит, но зато я рад онлайн. Смотри, девушка с косой прям вообще он там выписывает. А, так вот, что мы... Тихо, спокойно. Ты смотри, противники так вываливаются с разных сторон, да? Они на этих шариках так и прилетают. Тихо. Смотри, как она его завалила. Гитарой по башке. Все, все. Давай, сдаем квест. И берем следующий. Отлично. Так, подбираем всякие ништяки. Я так полагаю, нам сейчас нужно активировать этот ноутбук. AI 모듈 인스톨 완료. 잔존 병력 3매전에 돌입해 주십시오. Так, ну где там третья?
Ну, теперь это убежало. Давай, 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 то время кончается. Ну что, собираем большую топу? Собираем, собираем. Тихо. О. О, смотри, как разнесли. Вообще песенно. Вот от толстяка главное уворачиваться. Вообще просто. О, вот этих вот тоже надо убивать, с них какие-то ништяки падают. Все, исчез. Да. О, там, смотри, он, куча всего валяется. Все, пособирали. Они, кстати, 8-7 уровня. Я так догадался тоже, что они примерно одного уровня со мной. Очередная марионетка. Да ладно, давай вот так сделаем просто и все. Я смотрю, все уже вошли в свой мега режим, чтобы побыстрее его закромсать. Просто закромсали, просто прям это издевательство. Мы просто, ну я не знаю, как это назвать. Это было издевательство над боссом. Так быстро и беспощадно босса еще не убивали. Так, все, все подобрали. Да вроде бы да. Ну и хорошо. Ну ура, вот хоть какой-то онлайн посмотрели еще. А то совсем прям было грустно. Все, конечно, опять же сводится к простому кромсанию. То есть в онлайн-игре реально хотя бы есть чем заняться. Здесь вот особенно заняться как таковым больше нечем. Так, ну что, посмотрим, что у нас там в инвентаре нового приплыло. Новые доспехи, нам они не нужны. Какие-то новые предметы. Надо будет потом посмотреть, что у нас, как дела здесь с крафтом стоят. Ну и в принципе больше ничего особенного такого и нет. Ну и ладно. Вещи достанем свой. Во! Чтобы поэпичнее выглядеть. К этому подойдем. Ладно, давайте на сегодня закончим. Было в принципе нормально. Я еще раз говорю, игра бесплатная. Можно попробовать для спинного мозга побегать. Я думаю, вполне себе нормально. Я может еще сейчас без записи побегаю. А может быть и нет, посмотрим. И если дальше как-то будет получше с онлайном и небольшим хотя бы разнообразием, то в принципе можно и побегать. Нет, ну и ладно, попробовали и хорошо. Все, спасибо всем, кто меня смотрит, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, давайте всем спасибо, всем пока.